И я приветствую всех на своем канале. С вами Каиса. Я продолжаю осматривать прототип третьего Гекса 30 декабря 98 года. У нас остался только один неизведанный уровень. Это финальный босс. Вот к нему и пойдем. End Bossy. Boss TV. End Bossy. Ой. Чё, уже сделана эта штука, что ли? То есть мне до него доходить надо? Ёлы-палы. А, я могу парить. То есть оно тут вот так вот. Сделано все как-то странно. Так, а куда же мне с этого корабля? Может, я не в ту сторону пошел? Да нет, похоже в ту. Да нет, а куда еще-то? Все правильно, я пошел. Мне надо на вот этот вот круг забраться. Ну и что? А тут что-то нет уже ни хрена. О, я тут могу проползти. Ничего себе, что это тут такое? Что это такое? What is... Чё, мне вниз, что ли, надо спускаться? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть я не туда. Так, это куда? Нет-нет-нет-нет-нет. Куда мне надо-то? Где это хоть? А, во! Вот это я помню, кстати. Да-да-да. Синяя, да? Это уже из финальной. Тут надо на кнопки нажать. Ну-ка, давай-ка попробуем. А где? Кнопки-то нету. Не понял. Не работает, что ли? Ну-ка, платформа, вези меня. А чё, платформа-то ушла, что ли? Так, и куда мне, как мне попасть к Рексу? А, во, вот тут, кажется, вот тут что-то было когда-то. Тут какие-то ворота были. Но где они сейчас? Вот они, кажется. Но они закрыты. Я что-то не понимаю. Так, вот тут я ничего не вижу. Кнопки тут отсутствуют почему-то. Может, тут что-то другое надо сделать? Может, пощупать эту хрень надо? Да нет. Финальный босс-то будет вообще? Так, ну тут такая же есть, но с другой стороны. Может быть... О, кстати, а что там у нас? Отсюда я начинал, что ли? Я не пойму. Какой-то корабль. Он вообще просто не это. Я не понимаю, не понимаю. Вот тут еще один красный. Нету тут кнопки-то, нету. Соответственно, наверное, и Рекса нету. Точнее, Рекса, Реза. Здесь путей, это синий, да и синий я щупал.
Нету тут кнопки. Ну нету тут кнопки. Вот это что такое? Нет. Погодите-ка. Это самый верх. О, может мне на самый верх надо? Ну-ка, на крышу. И что? Ничего нету. А, вот же арена-то с резом. Только реза самого почему-то нету. Там ничего. Ну, понятно. Финальный босс без финального босса. О, кстати, а вот эта штука. Невысоко ли? Непонятно. Так, может мне на эту штуку надо? А, ну с этой штуки я летел, я помню. Так, непонятно. Ни хрена. Если бы я тут что-то видел, то тут ничего не видно же. Вот, ворота, по идее. Они вроде и должны открываться. Разве нет? Сейчас что-то не открываются. О, а это что такое? Ни хрена себе, это куда я попал? Ты что такое? Это выше явно находится. Какие-то кусты тут. И что? Где босс-то? А, я могу забираться еще выше, что ли? О! Похоже, в правильном направлении. Часы сбил зачем-то. Рек. Камера. Так, это как в первом, что ли? Ох, нифига себе. Куда тут надо? А, я понял. Мне надо куда-то забраться. Ну-ка, может сюда прыгнуть? О, тут телевизор, что ли? А, ну да. Так, ну я не очень понимаю все же. Что тут еще выше есть путь? Еще выше есть путь. Вот, наверное, арена с боссом. Ну да. Узнаваемо довольно. Бесконечная муха. А где рез-то? Вот тут все и происходит. Не готово, что ли, еще ничего, да? То есть оно на самой верхотуре находится. Смотрю, тоже ни хрена нету, и босса ни хрена нету. Вот еще одна такая. Сколько здесь сторон этих? Так, может тут еще что-то выше есть? А куда еще-то выше? О, действительно есть. Это что такое? Где я? Ни хрена себе, где я? Тут уже камера не ушатывается даже. Вау. Куда это я к галактике куда-то поднялся? Где я? Вопрос. В общем, непонятно.
Что тут? Да как? Ладно, будем прощаться с этим прототипом. Вроде все осмотрел, все, что мог. Многое тут непонятно, недоделано. В общем, финальная эта серия. Благодарю всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в других прохождениях. Всем пока.